Добрый день, с вами Инна, компания «Мой Мерсень». Сегодня у нас небольшой ветер, я надеюсь, это не помешает нам, микрофончику нашему. И мы с вами находимся в районе Томюк. Буду показывать вам квартиру 2+1 с отдельной кухней и отдельной гостиной. Комплекс наш состоит из двух блоков, 15 этажей, и на каждом этаже по 10 квартир, 3 лифта. В каждом блоке свой хамам, своя сауна имеется, и также вот такая вот большая территория с полной инфраструктурой. Это огромнейший бассейн с аквапарками, детская площадка, беседки, баскетбольная площадка, мангальная зона и также зона парковки. Что касаемо внешней инфраструктуры, прямо напротив комплекса у нас находится сетевой маркет 101. Прямо напротив комплекса через дорогу находится сетевой маркет Migros. И с этой стороны в сторону моря, когда идете, также есть сетевой маркет Шок. Рынок раз в неделю фермерский приезжает в пешей доступности до моря примерно 300-350 метров. И хочу напомнить, что это район Томюк, и он очень отличается от других районов своим пляжем. То есть широкая, красивая, зеленая набережная, длинная, и чистый песчаный пляж с пологим заходом. Вот такая вот квартира у нас с вами сегодня будет на обзоре, а теперь предлагаю зайти и посмотреть ее. Поехали. Добро пожаловать! Сегодня у нас с вами на обзоре квартира 2+1 в районе Томюк. Давайте начнем с вами просмотр. Нас с вами встречает прихожая, вот такая, не супер, не скажу прям просторная, но очень хорошая прихожая. Она очень хорошо отделяет от основной квартиры. Здесь у нас при входе трехдверный шкаф Вестие, довольно-таки вместительный, большой, высокий. С этой стороны есть несколько полочек, где можно ключи, телефон, зарядку, пульт, все можно будет сюда сложить. Переходим с вами далее, и смотрите, мы заходим, перед нами встает вот такой вот, вот такая перегородка стеклянная, которая отделяет визуально прихожую от зон, от столовой зоны, так как здесь у нас кухонная зона. Кухонный гарнитур выполнен Г-образной формы, очень большая такая длинная кухня, каменная столешница, встроенная мойка, смеситель, вот такие вот фасады с тонированными стеклами, полочки, выдвижные ящички, все абсолютно новое, даже пленочка еще везде приклеена, то есть здесь никто не жил, квартира от собственника покупалась для, как инвестиция. С кухни имеется окно на северную сторону с видом на горы. Далее на полу здесь ламинат, а в зона прихожей и коридор на полу у нас плитка. Теперь предлагаю пойти дальше, посмотреть, что у нас далее. Далее у нас с вами гостиная. В этом проекте гостиная у нас отдельно от кухни. Очень хорошо, по моему мнению. Смотрите, такая просторная гостиная, на полу ламинат, зона ТВ выделена. Имеется также окно на северную сторону с видом на горы. То есть здесь можно спокойно расположить комплект мягкой мебели, и зону ТВ тоже можно будет поставить тумбочки. То есть места для всего хватит. С гостиной имеется вот такое большое панорамное окно с выходом на балкон. И переходим с вами на балкон. Посмотрите, какой здесь хороший балкон. Здесь тоже можно будет спокойно поставить плетеную мебель, стол, стулья, что душе угодно, как говорится, все поместится. Также здесь вижу выводы под блоки кондиционеров, то есть вы можете блоки поставить сюда. Смотрим далее.
Выходим с гостиной, и дальше у нас с вами санузел. Санузел не супер просторный, большой, но все равно все необходимое здесь есть. Хорошая душевая зона, тут уже много места. Дальше инсталляция, мойка, шкафчик под мойкой и над мойкой. Проходим с вами далее. И первая спальня, это уже как детская комната, примерно на глаз 10 квадратных метров, может 11 квадратных метров, на полу ламинат. И также имеется окно на восточную сторону. На восточную сторону. Кстати, по всей квартире я не вижу радиаторов, но есть выводы под радиатор. То есть квартира подготовлена под газификацию, но радиаторы и котел нужно будет покупать и устанавливать сами. Далее мы с вами перешли в вторую спальню. Это уже как родительская спальня, скорее всего, считается. Кровать будет стоять вот так, примерно, напротив ТВ, скорее всего. Имеется выход на балкон, небольшой такой технический балкончик, которая смотрит на восточную сторону, и в родительской спальне есть еще вот такой вот уголок, гардеробная. Очень удобно, очень хорошо, что здесь предусмотрели вот такую большую вместительную гардеробную, так как в спальне не так много места нету, где поставить, можно будет ставить шкаф. В родительской спальне также есть свой родительский санузел. Также все необходимое здесь имеется: душевая, унитаз и мойка. Шкафчики под мойкой, над мойкой. Все как обычно, стандартно, все, что нужно в санузле, все есть. А теперь давайте пройдем с вами на балкон, посмотрим, что здесь у нас есть. Вот такой вот небольшой балкончик, он больше всего, наверное, несет техническую часть. Выводы под котел здесь у нас находятся. Также можно будет при желании поставить стиральную машинку здесь, так как тоже имеется возможность. За балконом у нас вид на парковку территории, и чуть далее вы увидите вид на территорию. Вот такая вот квартира 2+1 с отдельной кухней и отдельной гостиной у нас с вами сегодня был на обзоре в районе Томюк. Напоминаю, квартира абсолютно новая, никто не жил, вы будете первым хозяином данной квартиры. Если вам понравился объект, пишите по указанным номерам, всем с удовольствием ответим. Всем спасибо и до новых встреч!